Ух, ёпта. Чё, погнали, ёпта? Сейчас напикаем. Мне кажется, температура. Вы справитесь без меня, я пойду посплю. Давай, короче. Ну ты там на бане, под фонтаном спрячься, в общем. Решим проблему. Давай кого-нибудь с большим. Я пока еще не выбрался. Сейчас я выберу. Тут будет как капитанский мод. Большим-большим хвост. Ну, стадия пикабанок. Ну, короче, забей, тебе это непонятно все равно. То есть я выбрать не смогу? Ну, как бы нет. Серега, напикай. Серега, напикай. Пять героев, которые ему симпатичны. Ты нам лучше тайминги там. У меня звук с микрофона слетел, сейчас на запись пойдет, пипец. Чё? Чё ты что-то разговариваешь? Возьми мне суппорта, наверное. Хотя подожди, сейчас посмотрим по их пику, что они будут пикать. Ну у нас first пик, а у них потом два пика. Ок. Блин, знаешь, что хочу? Я хочу, чтобы... Давай мне пака тогда. Пуцка? А ты, Димка, тогда на ком? Что? Димка тогда на ком? На Луне, да? Не знаю. Ну или кристалку мне, я не знаю. Или кристалку, или пука. Сейчас Леха пикнет, скажет. Лучше пука, конечно. Я настроен на пука. На пуцка. Сапоч. Ну могу и кристалку, как хочешь. Бля, да какого вообще... Рожна. Да почему? Я перезайду сейчас. Ну перезаходи еще пока, кабаны. Чикабом. Чикабом. Запрет второго героя. Они первый пик, а мы потом два пика. Энигма! О, и на масс файт, значит, настроены. Значит, у нас тайдик будет заходить. Можно пука еще. Ну, пук будет. Или нет, кристалку лучше. Кристалка это что? Кристал Мейден? Да, да. Что ты это кристалка. Ты че, блядь, тупой стильник? Сейчас опять мид сольешь, да? Тогда ты пойдешь на мид на пудже. Нет, я пойду срать, походу, сейчас. Не, кристалка не заходит, Ев. Ну хорошо. Пуцк пусть заходит. Давай. Кристалка не заходит. Угу, вот так, да? Зашел. Ты мне сейчас, короче, подставил, теперь я поку больше половины не смогу делать. Да забей, что там. Сайлент. Ну ты делаешь, сайлент, сцена будет. А чё у нас, короче, на аватарке ты? А и потому что никто не скинул мне значка. Чё ты? Письку в интернете смог найти какой-то. Да, ну там ее настраивать надо под 156 на 156 пикселей, блин, выводить. Я замучаюсь этим заниматься. У меня была такая вот, я ее когда-то для сайта создавал, одна картинка. Вот я зашел в доту, и у меня опять звук слетел. Нормально. Микрофон, давай-ка ты вернешься. Тикс. Че у них там типа хард? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Уберем вот этого парня. Да ну, а зачем они Эмбера забанили, если у нас вроде Пуцк есть? Просто они не любят его, да? Наверное. Ну, так и просто у человека плохой день. Он сегодня, блядь, проиграл весь день Эмбера. Он говорит, все, не будет его в этом матче. Тихо. Так, тогда... Массал, они выбрали Пука. Надо еще Эмбера забанить. По-любому будет ебанутый пик. Не-не, квапу в бан. Вообще ровненько будет. Я вот смотрю на их логотипы, там написано ХОК, а слева буква Н. Я почему-то все время читаю НОК. НОК. Нога. Короче, Диман, блин, я не могу придумать под тебя пик. Я примерно знаю, что у нас будет гирокоптер, на котором будет играть Егор. И у нас будет в саппорте... Вот кого тебе в саппорта дать? Мне в саппорта? Да. Ну, даже не в саппорта, ну, потому что Ева идет на мид, Тайтхандер идет на хард. Можно аппарата.
аппарата и Димона... Ну ладно, я на аппарате сыграю, хорошо. Ну, а Димону тогда можно Мирану дать, но мне кажется, стрелы будут не очень. Ну Кэрри, мне кажется, нужно взять какого-нибудь, у нас Кэрри нету. Кэрри гирокоптер будет. Ну, и все, один, короче, оставим одного, да? Да? Ну, да? А Пуцка вообще прокаста не имеет? Ну, Пуск не такой уж и сильный, особенно если на Last Game, то он вообще не особо ничего сделать. Это Аксу, например, или... Давай, это как он, не упендриваться, а Шамана возьми мне. Шамана, во, нормально. Или Санкинга, Санкинга может. Два Дизейла будет просто со мной. Во, а я на Санкинге, все, вообще ништяк будет. И хороший прокаст будет, масс-файты неплохие. Влад на Тайтхандере будет. Я на Тайтхандере помогу, и два дизейбла. Да. Тогда давай. Раз то. Но у нас, вот видишь, Акс такой, блин, просто грозный парень. Нам нужны магические еще что-нибудь такого, блин. Кто у нас в них будет? Зачем? У нас и так два магика. Ну, Акса на начальной стадии нам просто... Ну, тогда терпеть будем, пока Гира не нафармит. А? Да. Я? Помог лучше. Что тут еще можно? На паузу нажмем, а? Ну, Санкинга и Раста и Пак. Не, сейчас запрет я ставлю. А, ликаночек. Некро убрать. Не, некро ладно еще. У них нету относительно кэрри героя жесткого. Ну, жесткий некр, что, знаешь, такой? Вот, если я играю на него. Жесткий негр, громко говоря. Жесткий негр. Я забыл, кто нам нужен. Нам Санкинг. А, Санкинг, да, залетает неплохо. Вообще ж подушечки. Жест. Да я не хочу. Негр, громко. Вайпер, флажит. Что у них? Егор! У них, видимо, Акс как керри-герой будет выходить. А, и да. Виноман. Шонки, привет, передавай. И привет, а Дима? Или Сайленсер, или Виномансер. Спасибо. Дим, пикай. Ага. Хабадиш. Ау, I'm Shadow Shaman. Пойдем. Да что-то он еще не плачет. Ну, линии всем понятны, в принципе, да? Я на мид? Нет, на мид Гера. Какой? Ты иди на мид, какой тебе Гера на мид? Ты что? Хорошо. Гера фармится на линии. Начинает уже тут непонятки делать. Так, курицу купили, варды купили. Да, я ее закрепила, короче. Центри купили. Че, пойдем толпой-то питьем? Да. Я стан вкачаю сейчас, и нормально все будет. Ну, в лес, вот сюда куда-нибудь. Окей. Не-не-не, вот сюда вот идем, вот так вот. Я капитан, слушать меня. Окей. Я тебя буду слушать, хорошо, все. Мы серьезно так пойдем? Да, мы пойдем, мы сейчас будем варды ставить, потому что Энигма будет в лесу фармиться. Ты что, все пойдем, да? Такие нормы. А обычные варды кто-нибудь взял? Я взял. Отлично. Спауним вот эти вот. Вот этот и вот этот вот. Спауны блокируем. Скажи мне, как ставить, куда ставить точно? Я тебе покажу. Что у нас четверо? Я не знаю, у нас пятеро, я ж иду сзади вас. Капитан сзади идет, я поняла. Все нормально. Куда? И вот этот вот сюда вот стакни. Отлично. И еще вот сюда вот идем. Вот сюда идем. Ставим вот здесь вард. Вот прям там вот там сюда. Не 40 вот. Кубов. О. Тихо, веник. Все, поставили? Все, теперь по линиям. Разбегаемся. Лады. Мы с шаманом наверх, Тайтхантер один терпит. Enigma in the jungle. О, регенка. Кому там не надо? Кому не надо. Кому не надо. Все отлично. Пока, по крайней мере, первое время Enigma не будет в лесу вытаскивать. Дан! Вот, Сайленс и Энигма есть, Энигма пошла куда-то. А Энигма вообще не так на меду стоит. Все забанили. А нет, они вдвоем с Сайленсером. Все хорошо. Не виновата я, не виновата. Что написано мне в голове? Ты через Rocket Barrage будешь? Ну, в принципе, да, против Акса это нормально. Я пошел тебя отводы мыть. А, там мутит уже шаман. Ну, сначала стак, потом отвод. Bottom is missing. Только стак не получилось, конечно, сделать. Но я был близок к этому. Я написал первый. Слушай, может быть, тогда заберем их тут даблой? Можно. У тебя что там прокачано? Сеточка? Отлично. Тогда ЦМ-очку. Разбирать будем. Сейчас тогда подпушится линия. Давай через лес заходи. Я приду сейчас. Тоже.
У меня никого вообще нет на меду, если что. Там внизу гуляет. Блин, Акс, этанол. Так, раз. Тогда ждем, потому что у нас, так как линия запущена, мы сейчас не сможем атаковать. Вот, все, пошли, пошли за мной, Димон. ЦМ-ку вырубаем. Подожди. Все, пошли. Акса тогда. Бля. Отлично. Ей! Вот это у нас. Я все еще никого. Вот это говоря. ЦМ-ку зажимаем. Акса тогда, все. Не, ну она далеко стояла. Почему бы Акса не унизить? Все, я пошел роумить. Давай, ты занимайся отводами, качай левел, я пока это самое. Я бы тебя хильнул, кстати. Да не надо. У меня. У меня на меду все еще никого. Ну, тебе-то хорошо, опыт получай. Enigma in the jungle. Dun 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 dun. Энигма стоит на линии с Тайдиком. Сейчас Тайдику можно подойти и помочь. Энигма и джангл. Фёсблат заработали, все хорошо. А, вассала пришел. К вам? А, или на мид пришел. На мид. Ну все хорошо. Может он фкшит просто? Так, шаман, ТП-шка есть? Нет. Давай, надо вниз сориентироваться. Можно через руну пройти. Сейчас на 4-й минуте руну схватишь здесь. Давай, пошел. Бля, сейчас засвечу. Засвечу. Пошел. Егор там пока будет терпеть. Нормально, он там фармит, легкая линия, все хорошо. Я возьму. Забирай, забирай. Нижнюю, если что, забери. Пойдем сейчас мы их тут нахуй накажем. Так, если что, вырубаем энигму. Если получится, то верик. Я один дизейбл. Я первый. Ушел, ушел куда-то. А, нет, Саленсер тут все на мой. Через лес их заходим. Кого? Сейчас ловим. Ну, я подкопаю двоих, а ты потом вяжи, кого достанешь. Угу. Все, пошли. Ай, хорошо. Отлично. Не хватает маны на ревич. Отличненько. Минус 2. Так, мне надо тапок купить. Пойду тапок куплю. И ТП-шечка у меня есть, так что я сейчас прилечу. Наверх. В воде идут ЦМ и Акс. Угу. Ухожу наверх. Аккуратнее в миде. Нету на линии Акса с ЦМ. Ничего страшного, меня убили. А-а-а, где инфа? Ты чё молчишь? Меня убили, и Энигма пришёл ко мне. Ну я вот убил Саленсера в ответ. Ой, хорошо. Хорошо, успею. Ушел к вам Энигма наверх. Ракетка летит туда, догоняй Макса. Блин, маны нету на станчик. Сапога нет. Энигма ушел. Ну все тогда. Тут драться не надо. Пойдем, потеремся, чего вы.
Да. Не надо, не надо, не надо. Отходим, фармимся дальше. Я до дома. Вардик. Помогите, пацаны! Ну что ты вот лезешь? Да я случайно, чё лезешь-то, блин? Нифига себе, меня поймали, вышли, вон, смотрите, говна, говорит. Говорят, не надо было драться. Ну ладно. Ну, в смысле не надо? Ну, в том прямом смысле не надо. Ну, он был с лоу хп. Мы могли бы убить, вот если бы кто-то мне помог. Кто с лоу хп был? Акс? Акс. Да, он был с лоу хп, но он убежал. Да вот убежал. Его прикрыли, саппорты. У нас маны нету, не надо было лезть. Слушай, да что тебе Турок говорит. Просто пипец. Да мы про дотеры, ты чё? Могли убить не, сейчас. Не, если бы мы остались, то мы бы там ушел. В пепнах полегли бы. Ну, он бы ушел просто, он бы не вернулся с тобой. Да. Там пришла Энигма на сейф и все остальные. Ой, ну вот все, короче. Идет. Нажмите на паузу, пожалуйста. Мне надо ебенка забрать. Фея, кто отжимает-то? Схерали это на нажатие. Слушайте, а Фрэнк XP это вот этот парень, он зашел, короче, и спросил, типа, а вы кто такие? А вообще может быть с левой? Ну, бахайте вообще. Напишите им, а то у меня там портал идет. Я не могу писать. Что это за фаерплей вообще, я не пойму. Все, я тут. Угу. Они ни хера не ждут. О, хорошо, быстрее, ребят. Пиздец. Угу. Просто, блядь, вот я сейчас записываю, я вам говорю, вы свинота, ребят. Я, блядь, даже не стесняюсь. Так поступать нельзя. Будь вы там даже в пабе, то подождали бы. Нормальные люди. Ну, как это? Цена победы, как говорится. Ты записываешь? Нихуя. Я записываю, у меня может, на канале может, будет можете это видео. Можете говна пожрать, серьезно. Вот просто как ублюдки поступаете. Не нужен вард. Сейчас я принесу. Он в КД был просто, Димка, видимо, купил уже. А, нет, Тайтхантер купил. Я абсурд покупал. Угу. Так, они поменялись линиями, непонятно, что как они делают вообще, я не понимаю вообще, как их. Мне нужен шаман для убивания вот этой мана бригады. Для убивания. Через дом. Ну, я хочу последний отвод сделать. Бля, или ты пашница? К вам пошел Сайленс наверх. Энигма здесь. На низ сходить. Иду на низ. Егор Сал ну идет. Все, меня здесь спалили, поэтому я ухожу. Вот она, СМ-ка. Давай, руби ее. Нормально. Арканы есть. Ну теперь веника нужно глушить. Угу, правильно. Приоритетная цель, ЦМ. ЦМ. И этого парня тоже вырубаем. Все, даю ману. Я засмотрелся, блин. Хорошо. Все вообще отлично. Можно сейчас ретироваться до дома. Подлечиться и пойти линию вот здесь пропушить. Шаман, какой левел? Третий. Ну, сейчас четвертый. Слабенько, да? Как-то я, блин, вроде роуми больше, пятый уже нахватал. А, у меня 2 кила. 2 кила на бахал. Простите, да. Ну, арканы есть, я счет сейчас восстановлю маны там наверху. Угу, супер. Ну и мне как бы 200 монет до аркан. Вот можно попробовать. Давай. Там цель. Акс идет. Сайленс. Там все. Идем, нет? Да, рубим. Махач. У меня откат ульты, поэтому ничего не могу сделать. Я умираю. Я не ТП-шечку. Давай, рубим всех. Все, бэкайтесь там, что-то сейчас дядька. Вот, скотина. Сучка. Ну, 4-2, в принципе. Браква отличная, по-моему, проведена.
Угу. Все хорошо. Гира убивает, главное. Да-да-да, самое главное фарм. Гира есть. Мы то, что погибли, ну, пак то, что погиб, плохо. Ничего страшного. Не подзасейли, но это уже не первая смерть. Ничего страшного. Мне нормально все с фармом, мне хватает. Все хорошо, хорошо, хорошо. Да, добиваем здесь. Блин, 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 спасать надо. Не успею. Не-не-не, блин, ежик. И давай правильно туда пошел. А ко мне, ко мне, ко мне, да, в мою сторону тоже. Сейчас до подкоп дам. Что? Он умирает. Маны. Отлично. Помогите. Ману дай. Я дал только что. Все. Ну, не попал. Отлично, отлично, отлично. Саппорт. Два саппорта разошлись. Все, отходим. Пошел экшончик такой. На начальном махаче. Веник все в меня вливал в итоге, пока вы там бесились. Угу. Я на нижнюю руну пойду. Для богатства возьму, мне куры не нужен. Так, сейчас надо пойти пофармиться немножко. Так, у Гирыча вообще все отлично. Все отлично. 610 монеточек. Идут в мид пушить. Так, ульта тайдик есть, у меня есть, можно попробовать за мид подраться. Давай. Блин, ну я вот только отсюда сейчас приду. Бегал, подходил, у меня шестого нет. Ну, в принципе, два дизейбла я скинуть смогу. Ну тут уже нет, они ушли. Ну-ка, засветитесь. Вниз пошли, вниз. Веник. Все пошли. Ага, девардит. Девардит. Ну, расходимся по линиям, фармимся. Пусть они гуляют, нефиг с ними ходить. За ними бегать, мы только сейчас в опыте будем терять. Я пошел в лесочки под фармю. Они на вид возвращаются. Мне как бы даггер нужен. Ну, вернуться в драку, я вернусь, я здесь рядышком. У меня маны не хватит, боюсь, блин. Только на ульт, на что-нибудь еще. Где аркан? А, окей. Я подойду к тебе, заюзаешь? Угу. А где ты? Юзай, сейчас я к тайду. Это Владик, Владик. Спасибо Владик, большое. Я понял. Го-го-го, на мид, смотрите, что там. Угу. Рубим их, рубим. Все хорошо. На отходе. Как ниндзя, как ниндзя. Как ниндзя, да. О, почти даггер есть. У меня есть. Отлично. Ну видишь, Егор, делай свое дело, мы рубимся хорошо. Наконец-то аркан. Regeneration. Вот Дима Хадукин, вы убили что ли нафиг? Ну, наверное, где-то там загулял. Идет, идет, идет. Стаки хотел сделать. Угу. Спасибо. Мне на даггер. Мне вот буквально пару крипов. Да, да. Это... Ой, прости, случайно. Нормально, нормально. Что там? Кто моя? Да не-не-не. Так, еще, на мид, еще 50 на мид, монет. Я не знаю, я не видел. Владик без голоса. Блин, Егора бьют. Егора. А, разберешь. Один. Отлично. Хорош. Там что-то бросили Энигму все. Да, они очканули там просто. Непонятно что-то. Ну давай, даггер. Спасибо. 10 монеточек, 10 монет. Все, я уже ответственный боец.
Аля, тихо. Так, башенка. Вот, уже скоро будет у Тайдика. Румка. А. Да-да. Да-да-да, да-да, забирайте, он мне не нужен. Иду возьму сейчас. Какого? Камола хия просто, какого хера, блядь. Камола хия. Так, вверх там. Пушит. Есть возможность? Не. Только что с блинками. Задефи. Тогда Акса забираем. Угу, го-го. Нехер ему тут выеживаться. И теперь что нам нужно пропушить? Мид? Поешь. Кого ты поешь? Чуть-чуть. Ой, да-да-да-да-да, что-то за жизнями-то не загляделся. Все, отлично. Сейчас мансы задам и пойду домой. Ой, мимо подожди, кассы. Кто там курьера брал? Я тут варды туда положу. Так, что мне нужно еще здесь собрать такого? В принципе, нормально, можно сейчас вардики поставить. Центрёвые, раздевардить их. Вижен. 21-7 между тем. Ну да, да, mm-hmm. Чё-то как-то... Чё-то как-то легко. Пак аккуратнее, сейчас могут пятером прийти. То, что они как-то чё-то Team 5 врубили. Сейчас вторая ульта будет. Подожди, 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 подожди. Лишним не будет. Так, пойдемте Рошана убьем. По-моему, я на базу как раз. Самый вариант, да, да. Вернусь, да. Так, дерзко. Ну а чё, 17-я минута, пора бы. Ты чё, Пак, шел такой, развернулся, думает, не, пойду трон обойду. Странный такой. Так, мне нужен дальняк, чтобы здесь раздевардить. Я иду. Я тоже тут прям. На, нормальный дальняк. Я тоже. Гера, Рошан, иди опыт собери и Аегис. Угу, все, ТП-шится. Идем на Рошик. Сейчас дизейблами разберем. Это самое. Не-не, Тайдик, давай-ка ты ему этот пробей. Урон. Или на него не действует. К нам идут, пацаны. Если что, сейчас убьем их там. Я не трачу ману больше. Не-не, нужно, нужно. Я дам аркан, если что. Блин. Не понял. Magic Wand заряжается от этого? Да, это как рубилово. Спасибо. Угу. Отлично. Ретируемся. До базы. Не деремся, не деремся сейчас. Нету маны, ничего нету, просто отойти надо. Мана у всех фул. У меня жизни нет. Просто ты коцаешь. Я танчил. Сейчас все будет. Назад, 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 назад. Стак не дал сделать, блин. Не получилось так. Ну а теперь можно пойти подраться за верхнюю башню. За Т2. В легкую причем. Линия нижняя отпущена, через мид сейчас пройдете тогда, вот так вот. И пойдемте пропушим вверх. Варды тем более есть, все хорошо. Что там в миде собираются? Надо тогда пойти убить их, короче. Пойдем. Понятно.
Да-да-да. Что раз уж они так решили терпеть. Я не собиралась юзать Smoke of Design. Почему пишешь, что это Пак говорит? Вот они. Опа. Ай, блин, не тут. Короче, я вам не нужен. Короче, говорит, я вам не нужен. Это я сделал, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой! Нет, заделайте! Нет, все, жив. Нет, умру, жив. Нет, жив, я не умрешь. Жив, отлично. Зевс, ульти, и тогда да. Фух. Ультракил, блядь. Ну, кто там? Гира говорит, я не нужен, иди пуш тогда. Да сейчас идем пуш. Не нужен он. Не знаю, как меня не убил, просто стики поражались вовремя вообще. Смотри, осторожно, Гир. Я боялся, что Сало даст, короче, всем Сало, и его связал вместо того, что вот Сэм. Хотя, наверное, правильно сделал. Я тогда ульт смог сделать, да. Сэмки на ульту мы нормально прожили. Так, у них там сейчас пойти может быть и Энигму где-нибудь. А, ну она вместе со всеми ходит еще. Мне там непонятно, что делают. Пошли, да, башню эту снесем. Еп! У Тайдика ульта. Я еще ни разу ульту не ставил. Нету, да. Ну вот заодно вот поставим, потому что у нас ульт нету. Спасибо. Ну, кажется, эту башню так снесем. Не-не-не, надо поставить. Они сейчас будут драться за нее, а у нас ультов нету. У меня есть. Да ладно. Ну, вот сейчас у меня будет ульта. О! Это иллюзия была, да? Да. А вот это нет. Разбираем. Лив, пишите ГГ и все. По-моему, было все четко. Норм, короче. Да. Ей! Ну подожди, не останавливай игру, пускай. Ну сейчас ГГ написать. Да забей, они ГГ напишут, короче, в любом. Ну все, норм. Не мы. Не, отмена. Я спросил, но отмену нажал. По-моему, они больше не будут участвовать. Ну, забей, мы так понесем. У меня есть такое чувство, что они просто больше не будут вообще принимать участие в турнире. Ну, они когда еще паузу отжимали, уже было видно, что говниться будут долго. Как и все школьники. Ну и ладно. Ливеры, говнари. Типичная дота компания. Рад, что вы проиграли. У меня вообще даже вот капли даже уважения нет к вам. Я могу себе позволять это говорить. А вот ребятам, у которых как бы хорошее отношение к другим, к тем людям, с которыми ты играешь. Ну, когда на позитиве, по фану, в принципе, это интересно. Им даже прикольно было бы и проиграть. Да. Без всякого говноедства. Деде. The enemy's top tower has fallen. Yes, that's how it's done. Не, такой же будет неинтересно. Он пик под это какого под противника. Что значит такой же пик? Я не понимаю, но вот у них два ливнула. Ну смысл как бы дальше?
Ну понятно, а! Все. Угу. Зафризили. Ну все понятно. Я напишу, чтобы вообще их дисквалифицировали с турнира, как бы. Ну, как бы, зачем портить? Ну ладно, там мы попались первыми, там, адекватные люди. А мучить, как бы, других участников. Да, Вот, насчет победы нашей, как бы, вопросы тоже не должно возникнуть. Двое человек записывало, если что. Да, да, да. Что можно, в принципе. Ну, ладно, да, уже доведем дело до конца, чтобы уже точно было. То есть, ну, как бы я бы написал бы уже, или внул бы уже давно. Тоже мне Энигма решила дать ульту. Линкин Сфер. Да ладно. О, неужели? Неужели? Капитан решил все-таки взять в свои руки. Капитан Энигма. Угу. Мамку там, да? Я бегу по центре. Сейчас все будет. Да там и так у вас все нормально, я смотрю. Мне киллы набивают, ребят. Я не запушиваюсь, с чем он сейчас убит. Там, я так понимаю, что он вроде пишет ГГ, а все отказываются. Угу. Энигма отказывается. Такая, сейчас затащим. Угу. Дим, да. Могли завалить его. А я не увидел, извиняюсь. Да, тут уже как бы уже все понятно. Завалили, не завалили. Ну так бесит, что он, короче, теперь не тпшится сразу от того, как появляется. Сначала появится, потом тпшится, из-за этого выпиздит. Давайте башенку разберем. У меня сайленс не подействовал. Я была в шифте. Косяк. Стоять. No idea how many that was. Мне сказал комментатор. Такой, типа, я уже не ебу, с какой-то счет. Какой тут уже счет, убейте его кто-нибудь-то. Ну что, там Мекки никто не собирал, да? Ну ладно. Нормально, мы без них справились. Если что. Деньги есть, бро. Деньги есть, бро. Меня мне похили зубок. Он меня сейчас убьет так, с блинка. Мне стрёмно. Я только одну ульту в драке... А, нет, две, пардон, да. Две ульты, причем одна из которых был ультракил. Давай, где ты? Давай. Иди, красавчик, вообще молодца, на тебе маны за это. Решила. Он вообще ништяк. Смотри, смотри, как я умею. Оп. Оп. И Егорка добил. Ты Егорка, стилер, все, с тобой играть не буду больше. На всех. Рэмпейдж! Рэмпейдж! Пошел на... Бля, меня убили. Я за этой радостью сюда. О, ждой. Умри. Да.
Давайте трон еще. Да какой спасибо за такое, даже спасибо. Ладно, ну в принципе ладно, за игру можно там. Но за такое отношение это нафиг надо. Да, да, да. Ладно, хорошее начало для нашей команды. Да, да, да. Серьезнее, чем в турнире. Противостояние. На пути к квартире в Лос-Анджелесе. Роли главные в фильме Dota. Заявите ульту, Веник. Под названием, да, Dota 2, заявите ульту, Веник. Геги? В общем. Аним.